Глава 65 из книги пророка Исаии. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они — дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано перед лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследует это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так, говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения сердца. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею,
они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь.